Глубина где-то 2,5 метра. Вот такая вот более-менее густерочка ловится. Ну что, Миш, начинаешь? Сейчас я вторую грудочку. Друзья, всем привет! Опять рыбалка, опять залив Волги, пролив. Вот уже сколько народа. Мы приехали затемно. Ну, затемно, да. Рыбаки не спят. Мы поедем пораньше, поготовим все, проверим, какая дорога. Вот Михаил сидит с Мишкой. Ротани. Ротани. Ротани рыбак, да, по поиску ротана. Ну ладно, да, перешли уже на Волгу, но первый раз в этом году здесь. Я уже здесь был на предыдущей рыбалке. Кто смотрел? А, проделал несколько я луночек. Вот бегаю еще на мормышечку. Там вот знакомый есть. Ну все, друзья, начинаем. Я думаю, все, кто местные меня смотрит, в Нижегородской области, все узнали это место. Да, напишите в комментарии, что за место. Будем бегать искать. Ну, впереди разбросанный базар. Как сейчас делаем? Сейчас где-то час смотрим, если базар формируется, не формируется, там разбегается, значит клёва нету, будем тоже бегать. Может, в прибрежную зону сбегаем, еще куда-нибудь. Погодка отличная, теплая. Ну все, мы начинаем, давайте смотреть. Вот разбурил лунку, ну, тут старая была, я вот рядом разбурил, палочка такая, да, кто-то пометил, наверное, не пометил. Сразу 4 поклевочки были, и настоящие 2, и 2 на игру. Туда перетащил я с поводочком удочку. Да, не сказал, одна удочка у меня с поводком, другая у меня мормышка. Вот мормышка была поклевки, но ничего не поймал. Вот Михаил рядом пришел тоже попробовать. Ну, что, начинает все двигаться, значит, наверное, не ловится, что ли. Ну и, в принципе, еще рано, или уже поздно, фиг его знает. Как говорится, буду включаться, показывать. Поймаем, не поймаем. Бог его знает. Рыбалка есть рыбалка. И думаю, вы со мной согласитесь. Зато красота, погодка. Супер, ветра нету. Небольшой минусик. Ну вот, вот да, проделал лунку. Опускаю, потряс, вверх-вниз, вверх-вниз. Поставил поклевка. Опять вверх-вниз, вверх-вниз, поклевка опять. Никак подсечь не могу, мне тогда сбивает. Либо ешь, либо окунь, может какая-то мелочевка. Но пока вот, да, видите, базар разбежался, кто куда. Значит, наверное, не только у меня и у нас Михаил не ловится, наверное, не ловится и у всех. Но только поиск может принести какой-то результат. Вот Мишка там камеру опускает, смотрит, он ушел туда в береговую зону. А я здесь, вот Серег тоже здесь. Все пока жалуются. В принципе, снег сегодня обещали. По прогнозу, по интернету. Ну, не знаю, будет, не будет. Вот такая вот рыбалка пока без рыбы. Пакет не распечатали. Ну что, друзья, дождались мы первую рыбку. На отводной поводочек. На поводочку вот такая плотвичка. Может, рыбка подойдет. Сюда я сразу бросил с мормышку. Попробую, поиграю. Здесь поклевки были до этого. Помните, вот этот палку я показывал. Вот все-таки клюнула рыбка. Норм, на плотвичка пойдет. Кстати, такая пивная. Все, все передвигаются, не клюет. Показывал, да, что Михаил ушел туда ближе к берегу, друзья. Ну, ловит окошко, плотвичка. И даже он хорошенький проскакивает. Вот я тоже так не подошел. Поймал такую маленькую конька. О, поклевка. Настоящая была. Ну, не знаю, вот, у тебя есть, да, Миш, кормушка? Да. Можно попробовать, да, с сухим кормом подсыпать. Может, берег какая будет. А так можно туда немножко свал, туда и туда идти. Вон там у нас места, где мы остановились первый раз. Ну, поклевает уже более-менее. Такая плотвичка попадается. Настоящую сейчас начал ловить. Мишка на игру, я настоящую. Ну, друзья, я пришел оттуда. Пришел, можно сказать, тут, ну, не было такого переезда. У меня не было никаких рыбаков. Вот здесь вот.
сейчас. Правый рубаки, слева рубаки. Говорю, тихо, поймал поджечек одного. Тут тоже хороший БТР, пес за мной голову рвет. Рыбка есть, рыбка подошла. Сижу в базаре. Ну что, друзья, поймал я 4 штучки, 4 подлечика, один поймал. Кстати, уже лещ, только что все поймал чисто на голову, морнушку. Это одна поднимаю немножко. Сейчас покажу. Вот это она. Пошел играть. Плавненько так раскачиваем. Большие делаю. Ну, такой не поднимает, а вот прям вот это одна. Берет Михаил здесь. Подошел ко мне, тоже у меня две покрывки было. Один сход был. Ну, ноги разбежались, да, рыбка здесь была. Ноги разбежались, опять бегают, ищут. Ну, я вам покажу вообще рыбу-то. Лещик. Три подлещика. Три подлещика. И одна папа хорошая. Смотрите, сколько народу было, вот мой ящик, мишка, да, впереди, все, все разбежались. Рыбка подошла, кто успел, тот поймал, кто не успел, тот не поймал. И разбежались, кто куда, так его базар, можно сказать, кученного нету. И вот здесь вот немножко просто старую, какого-то рыбака приметил. И вот сзади меня немножко рыбаков сидит, небольшая кучка. Кто там к берегу ушел? Все, затишье, обед рыбы. Получается вообще ни эхолот, ничего не надо, да? Кто-то поймал. А, с эхолотом прошел, кто-то там поймал. Раз, вот эту штуку со всех сторон обурили и уже отлично. Серега там тоже подошел. Мишке две поклевки, но не успел он. Не успел. Сосед тут два брыва у него хороших так и не вытащил. То ли крючок, то ли еще что-то. Итак. Снег у нас начался, как и передавали. Как передавали у нас. Прогноз погоды интернет. Давайте я вот включу, да, так поболтаю. Ну так, в принципе, уже доволен. Четыре рыбки крупных поймал. Практически лещик, подлещик. Где-то так, наверное, ближе килограмм. Два небольших подлещика, наверное, грамм 400. И по отличкам грамм 250 там. 270. И мелочушка, которую вот с утра поймал, плотвичка там, окушки немножко, но черепашки, как говорится. Но все двигаются, все двигаются. Вот я сейчас прокрутился по кругу, вот этот берег пошел. Будем рыбачить, будем опять искать. Оттуда ушли мы, и базар весь разбежался. Сюда к берегу ушли мы уже, вон там ящик у нас остался. Мишка здесь. Ну да, вот сижим, глубина где-то 2.5 метра. Вот такая вот более-менее густерочка ловится, ну хотя бы так. Да, поменял я мормышку маленькую, поставил тульскую еще поменьше, потому что, ну, та вот более крупная там на подлещика, а здесь более мелкая мормышка и поклевывает. Ну, народ уже домой собирается, может, говорится, обед уже прошел, сейчас, как говорится, заключительная фаза рыбалки зимней, она скоротечна. Где-то с 8 до 3 часов, там уже сумерки начинаются после 3. Ну что, друзья, пришло время заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Рыбалка интересная. Рыбалка такая, знаете, беговая. Бегали, были в базаре. Ну, в базаре, в принципе, и поймали все. К берегу уже подошли. Вот рыбку здесь вот на этой лунке завершаем ловить. Да, все разбежались. Клев такой, можно сказать, до снега был еще более-менее. Снег пошел, клев вообще ушел на нет. Глубина где-то от 2.5 до 4 метров. Мишку здесь, и у меня там припорошило мотыль. Три мотыля, два мотыля, пучок мотыля. Были такой ход хороший один. Не знаю, может судачок, может окошечек крупный, может тоже подлещичек. Давайте покажу рыбу. Вот основную крупненькую. Сейчас покажу. Вот.
вот, подожди. Так, ну-ка, фокусируйся. Вот он сфокусировался. Вот хороший подлещик попался. Обалденный. Вот еще тут два подлещика. Птичка хорошая. Всем спасибо, кто смотрел. Поставь лайк, подпишись, если не подписался. Рыбалочка еще будет впереди. Наверное, сюда поедем. Или где-нибудь из Оличка в Волге. Волге где-нибудь. Ой, холодно, снег идет. Вот такого лещика можно половить. Всем добра, всем попрошу литр самогона. Пока-пока, до новых встреч. Пока.